Рада приветствовать вас на открытии фестиваля «Москвичмаг», «Москино», «Женщины снимают». В этом прекрасном кинотеатре, где я была давно еще во времена войны, могу сказать, что после долгого стояния ожидания вас, встречи с вами, как любовное свидание, он прихорошился, помолодился, и я рада тому, что мы здесь сегодня, сейчас будем говорить о нас, о женщинах. Этим летом в Москве слишком много фестивалей. Посмотрите, у нас каждые выходные заняты каким-то большим мероприятием. Взгляд на мир в кино – это мужской обычно взгляд, потому что режиссеры традиционно мужчины. Сейчас поднимаю тему именно женского взгляда на мир. В Советском Союзе было кино, и в Советском Союзе были режиссеры, и очень много из них были женщины. Не думаю, чтобы такая была какая-то граница существовала между мужскими и женскими картинами. Мне кажется, что этого не было. Все-таки у нас было основное мерило – это талант. У нас же не было голливудского кино или европейского, у нас было советское кино. И мы должны были показывать нашим зрителям лучшее. И женщины здесь ни в чем не уступали мужчинам. Они снимали разножанровое, они снимали массовое, они снимали авторское кино. Каждый раз, когда женщины не попадают в программу Каннского кинофестиваля, режиссеры, это дискриминация. Как мы видим по истории советского кино, у нас не было этой проблемы. Я не испытываю никаких давлений и никакой дискриминации. Когда говорят о том, что женщины долго очень не получали призы на международных фестивалях, они получали. Это были режиссеры советского кино. Татьяна Леознова снимала вообще самые большие хиты Советского Союза, такие как «Семнадцать мгновений весны», «Три тополя на Плющихе», «Карнавалы». Лариса Шипитько снимала «Победителей фестиваля», это и фильм «Восхождение» выдающийся, «Зной», «Крылья». Кира Муратова, что о ней говорить, это же просто подарок всему мировому кино. Кто она, женщина-режиссер? Нет, она просто режиссер с большой буквы. И вообще у нас лучшие сказочницы были женщины. Ленинградские совершенно уникальные сказки делали. Потрясающая была потом Юлия Политовна Солнцева, которая делала военные картины после своего мужа Довженко. Дивная совершенно была Лара Шипитько, которая сделала дивные картины, которые вошли в классику и так далее. Я не знаю, все нормально. Женщины работают наравне с мужчинами. Женщинам в кино в те времена было не так просто. У них было все не так гладко, как у Тарковского и прочих мэтров мужчин, которые получали хорошие бюджеты. С женщинам приходилось как-то буквально за очень небольшие копеечки, прилагая весь свой интеллектуальный капитал, снимать хорошие фильмы. И действительно, у них это получалось, надо сказать, к их чести. Женщины снимали наряду с мужчинами. Вот героиня сегодняшнего вечера Светлана Дружинина, она была сначала балериной, после травмы она стала актрисой, потому что больше не могла танцевать. Потом она стала учиться на режиссера, выучилась, сняла первый фильм, и вот сейчас мы его покажем, это ее кинодебют. Очень зрелый, очень хороший фильм. Светлана Сергеевна, ее трудно почувствовать, что у нее женская рука, у нее мужская рука. Она потому что энергична, она очень с твердым характером, она волевая женщина, понимаете? Вот когда-то, как Лариса Шипитько, например, тоже с мужским характером. Поэтому там отличить картину Шипитько от, например, Элема Климова, предположим, сложно было бы. «Москвичмаг» не первый раз проводит кинофестивали. Мы уже давно начали осваивать эту нишу, находим интересные фильмы, упаковываем в интересные обертки и делаем кинофестиваль. Прошлый кинофестиваль был кинофестиваль хорошего человека. Мы пытались рассказать, что кино в Советском Союзе это была достаточно европейская, очень интересная гуманистическая эпоха. И кино было, конечно, очень значительным явлением в искусстве советском. Когда мы стали изучать архивы, мы поняли, что в нашей стране феминизм был задолго, творческий феминизм, был задолго до того, как этот феминизм был провозглашен. И на сегодняшний день вот мы сделали фестиваль женского кино, и оказалось, что некоторые женщины-кинематографисты советские
делали совершенно потрясное кино. Хотелось бы вернуть его как бы в культуру, в массы, собственно говоря, в молодежь. Женщины снимают, будет показано во всех кинотеатрах Москино. Также у нас продолжается форум к столетию Советского Союза, где мы показываем фильмы каждой бывшей Советской Социалистической Республики. Только Москино готовит несколько фестивалей, а Ночь кино. Мероприятий очень много. Московский фестиваль, мы надеемся, все-таки в сентябре откроет свои двери. Я очень надеюсь, потому что без московского фестиваля лето в Москве не лето. Спасибо. Очень много часто задают вопросы, как вы себя чувствуете, режиссер. Москвич маг.